Для жителей Тверской области организована еще одна горячая линия по коронавирусу. Помимо единого всероссийского номера, номеров Минздрава и Роспотребнадзора, позвонить с интересующими вопросами можно теперь и на наш телеканал. А подробности прямо сейчас. Добрый день. Горячая линия Тверского проспекта. Чем я могу вам помочь? Чаще вопросы на горячую линию поступают от людей, которые недавно вернулись из-за границы. Их интересуют правила самоизоляции, номера телефонов для вызовов бригад скорой помощи или время, на которое необходимо уйти на вынужденные каникулы. Задать свои вопросы может любой человек из любой точки Тверской области по телефону 341-341. Специалисты готовы помочь вам либо сами, либо перенаправить ваш запрос в профильное ведомство, например, Министерство здравоохранения Тверской области, правительство региона или волонтерский штаб ОНФ. Если линия занята, вы можете оставить свое сообщение на автоответчике. Его обязательно обработают наши сотрудники. Напомним, правительством Российской Федерации было подписано указание о создании горячих линий по вопросам, связанных с коронавирусом и для обращения с симптомами COVID-19. Это экстренная мера принята для оказания первой медицинской помощи и дальнейших исследований, анализов потенциально инфицированных граждан. Также желающие подробнее узнать о работе медицинских лабораторий могут обращаться в колл-центр Роспотребнадзора для получения дополнительной информации касательно инфекции. Горячая линия для России 8 800 200 01 12.